Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И у нас, ребятушки, вот такой вот черненький. Черненький такой скорпион. Давайте попробуем, как он тут в пустыне будет. На, получай. Так, у нас два вертолета. Так, давайте здесь подождем, постоим. И щелкнем. Один и второй. Помешал мне второй танк. Подлетел слишком близко. Вертолетчик, мы его не щелкнули. Ну ладно. Ничего страшного. Идем дальше. Маленький танк. На тебе. На танке. Вонючки. Так, вертолеты меня уже достали. Сейчас я буду их щелкать. Кстати, вот смотри. Опа, готов. Почему нету холма никакого? Мне нужен холм. Срочно, срочно, срочно. Ой-ой-ой, видишь, он меня пострелял. Ладно, сейчас здесь встанем. Подождем. На! Есть попадание. Едет, едет, едет у нас танк. Босс армада. Сейчас мы будем щелкать его. Раз, два, три. Четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Уничтожили мы танк. Все, идем дальше. Так, ремкомплект используем у нас. Подлечимся немножечко. Хорошо. Ой-ой-ой-ой, на. Так, Катюша прибежала. Вообще нормально. Нормально, так идем. Ой-ой-ой-ой, танк, танк. С вертолетом. О, нифига. Первый раз я, кстати, ребята. Танк, этот вертолет уничтожил жалом. Первый раз. Как-то обычно танки, когда стоят, не подходят так близко, чтобы я их жалом уничтожил. На. Идем. Вот этот, смотри, сейчас его. На, получай. Кстати, а почему с жала не стекает вот это отравляющее яд? Обычно, когда берешь зеленый танк, он там течет. Какая-то жидкость. Сжала прям, а здесь нет. А, вот, смотри, видишь, капает. Капает, сейчас стало капать. Раз, удар. А, подожди, еще один. Давай, давай, есть сюда. На, получай. Есть. Уничтожили. О, давай теперь подлечимся быстренько. Так, на 100% у нас не получилось подлечиться, но ничего страшного. О, вертолетчик, на, получай, видишь, я не могу его уничтожить. Так, и этот не мешает, дурачок встал, на. О, два дурачка прибежало. Туда же больше дурачков. Все, я вас отщелкал и иду дальше воевать с вертолетчиками. Нет, смотри, дурачки еще сюда прибежали. Как же мне не надоели, они как тараканы какие-то. Какие-то маленькие тараканы, букашечки, на вас. Иди отсюда. Сейчас всех мы уничтожим. А, смотри. Есть попадание. Вон, смотри, видишь, один таракан едет. Едет к нам. Да, их тут три таракана одинаковых. Как вы меня достали, эти тараканы. Я буду здесь стоять. И ждать вертолетчиков. Нет, вертолетчиков нету. Только вот эти маленькие тараканчики к нам ползут. О, какой большой жук красный. Сейчас мы его тоже щелкнем. О, два вертолета. Ладно, подождем. Я вот эти хочу отравить. Готовы. Все, теперь стреляем в вертолетики. Все, два вертолета уничтожены. И мы отправляемся дальше, ребята. О, еще два вертолета. Подожди, ну давай назад отойдем. Давай, тут же холмик у меня такой вот есть. Опа. Так, а ну-ка. Сейчас попробую. Вот, уничтожили. А они что думали, я буду там бегать? Где нету холмов? Нетушки, ребят. Меня не обманешь. О. Так, опять смотри, вертолетчики. Ладно, сейчас мы отойдем на тот холмик, который у нас есть. Который уже проверенный. Да. О! В смысле? Тут холм был, они мне не дали зайти на этот холм. К сожалению. На.
Да, это очень плохо. Это очень плохо. Да, это очень такой холм невысокий. И поэтому на нем я не могу ничего сделать интересного. Может быть, отсюда попробовать? О, здоровье мое. Здоровье моего скорпиончика уже очень маленькое. Сейчас попробуем. Есть. А вот и наш танк. Армада, злодей. И здоровья у меня очень мало. Сейчас попробуем его щелкнуть. Получится или нет? Ой, как он, смотри, рядышком подъехал. Ой, сейчас если стрелять начнет. Нет, не успел. Не успел выстрелить, и нам обязательно нужно подлечиться. Вот эта коробочка мне очень сильно нужна. Есть. Ну, подлечились мы совсем немножко. Так, опять танки летят к вам. Летающие танки. Сейчас мы их будем уничтожать. Есть. Одного уничтожили, и второго сейчас. Готов. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ремонтнимся. Отремонтировались. Хорошо. Идем дальше. О, опять эти вертушки. Сколько тут? Их много. Так, ну здесь надо вот жалом работать. Сейчас жалом я их уничтожу. О, ребята, вас слишком много, а я один. На, получай. Очень много, смотри, танков, вертушек очень много. Вентиляторов. Вон вентиляторы сверху летают. Надо будет их как-то уничтожать. Не знаю, у меня уже здоровье маленькое. Вот, холмик, пожалуйста. Есть. И на холме, как назло, очень много танков. Которые пытаются меня уничтожить. Да, месиво вообще, капец. Сейчас танку будет нехорошо. Все, как я и предполагал, танк взорвался. Ох-ох-ох-ох-ох, ребятушки. Всем привет, ребята. Мы на канале Дудаплей. Мы играем в Скорпион и берем светлый камуфляж. Так, светлым камуфляжем мы еще ни разу не играли с вами. Ну, посмотрим. У него желтая отравляющая жидкость. Или яйца, или как это назвать. Сейчас будем вот таким скорпиончиком идти. Достаточно-таки мощный. На, получай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну а смотри, мы идем, вообще ни на кого не смотрим. Очень-очень мощный танк, прокачанный. Сейчас посмотрим, докуда доедем. Дойдем докуда? Доедем или дойдем, интересно. Как бы, скорпион же, он танк не едет, как бы, а, можно так сказать, ходит на клешнях своих. А вот и босс, Легион. Давай, едь сюда, дружище. У меня к тебе есть подарок. С двух ударов босс наш погибает. Да, и оставляет нам небольшой подарочек, который мы сейчас возьмем и подлечимся. Опа, тихо. Вот этот, видишь, Катюша стреляет прям в танк мой. У него очень такой хвост большой. И вот этот, он прям хвост у него стреляет, я не могу никак... увернуться. Ой-ой-ой-ой. Так, давайте здесь встанем. На, получай, есть. Готов. И вот этого сейчас попадем в него или нет. Есть, попали. Попадание. Это очень хорошо. Такой вот у нас танк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Вот здесь подождем. Ладно, один ударчик мы получили, ничего страшного. А здесь тебе надо жалом, да, щелкать. Но жало у него прям мощное, смотри. Жалом оно прям нормально бьет их. Уничтожает танки. Идем прям на пролом. О-о-о, смотри сколько. Много. Злодеев-то, а? Есть. Кстати, ребята, хотел передать привет. А сегодня передаю привет я Оксане, Елене, Эльзе, Елизавете и Максиму. Ребята, большой-большой привет я передаю от канала Дудаплей вам. Желаю хорошего настроения. Желаю хорошо провести выходные, каникулы. Чтобы вы хорошо нагулялись, наигрались.
И, конечно же, не забывали смотреть канал Duda Play. Ой, ну а если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, просто напиши в комментариях привет, и привет я тебе обязательно передам. Ну, несколько условий. Ты должен быть подписан на канал и поставить лайк под видео. Вот так. Так, ну мы уничтожили, ребятушки, уже босса. И отправляемся дальше. Очень интересная карта. В том плане... Ох, нифига, что-то у нас с этим... С нашим... Нашей кракозяброй что-то случилось. О, сколько вертолетов, господи. Как же здесь выжить? Выжить, а не выжечь. А может быть и выжечь. Как их всех выжечь вот этим ядом? Будем их выжигать. Все, идем и мочим гадов вот этих. О, на, получай. На, стреляем, стреляем, убиваем. О. На, получай, есть. Так, вот эти. Вот это у нас скорпион мощный, а. Давай, 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 есть. Так. Стреляем. Стреляем, убиваем. О, вертолеты. Тихо, тихо, тихо. Есть. Уничтожили мы вертолетик. И идем дальше уничтожать танки. Так, здоровье у меня маленькое. Так, этот начал стрелять, смотри, я сказал. Ой, тут еще и вертолеты, я не знаю, что делать. На. Надо, короче... О, нет, они вдвоем меня отщелкали. Ладно, я восстановился. И восстановление мое грозное. А где эти два вертолета? Куда они ушли? Вместо двух вертолетов нам дали два танка. И, конечно же, босса. На, босс, получай. О, босс-бомбардир, это самый нехороший босс. Который может попасться. На, я его этой проткнул своим жалом, представляешь? Угу. Жалом я его проткнул. Ой-ой-ой, сколько вас много вот этих летающих гадов. Все, уничтожили. Кстати, с них тоже выпадают человечки. А нет, вот здесь нормально, сейчас я встану и буду их щелкать. Танки эти. Есть. Попадание. Сейчас вот этого еще щелкну. На! Готов. Мы его еще бензопилой попилили. Да, так? Циркулярочкой. О, мне повезло, смотри. Сколько много танков. На, стреляй, стреляй. Есть. Уничтожили. Вообще, смотри, я иду их всех уничтожаю. Мне пофигу на все. Ну, а монет сколько я собираю. О, как хорошо. Как хорошо, очень много монет. Угу. Вот такой он у нас мощный танк. Скорпиончик. Давай, скорпион. Побей рекорд. Рекорд 142. А у нас уже, смотри, 143. Мы побили свой собственный рекорд практически. Да, недолго нам осталось жить. Все. Уничтожили. Но побили мы рекорд свой старый. Сейчас у нас 148. Новый рекорд.